Юра. О. Ты что, сидишь? Чи шо? Кто это? Юра, это Жека, ты что, не узнаешь, что ли? Ёбаный рот. Лучший караул. Как ты? В смысле, как ты? Это скажи мне, как ты? Как ты вообще? Не, ну я-то слышал эту историю. Охуенно! И это долго? Пиздец. Так а тебя там не это не пытают, хоть я не знаю, долго тебе еще сидеть? Да ну как тебе сказать? А ну да, я куда-то сейчас зайду в комнату, там где поменьше народу. Так, а мне казалось, что там должна быть только одна комнатка, и там народа прилично. Нет, есть тут комнатки. А что там Барсейфа? Что? Барсейфа там. Нормально, он тебе привет передает. Ну долго тебе там еще сидеть? Я не знаю, что он уже... Слышь, долго тебе там еще сидеть? Бля, Жека, ну... Ну еще, наверное... Ну годишку точно. Ага, годишку точно. Понятненько, ну что ж, ладно, хорошо, ну, успешно посидеть, давай пока. Так. Чувак, то там такая история, пиздец. Короче, чувак в оккупации сидит. В оккупированном Луганске его, значит, закрыли.